Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки, комментарии. Обязательно загляните в описание, нажмите кнопочку «Еще» под видео. Сегодня у нас 14 ноября. Шторм продолжается, но теперь еще дует сильный удвалистый ветер. Температура воздуха около 16 градусов. Подпишитесь на мой канал и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!